Себя. Ведите себя адекватно. Как хорошо. Ведите себя адекватно. Виталий Юрьевич, можно? Вот давайте вместе. Ведите вот, себя, смотрите. Это не открывается. А не открывается. Открылось. Я не террорист. Салфетки. Тебя я покажу. Извиняюсь, вам. Вот ты приятный человек. Если адекватно, давайте со мной. Вот ты приятный человек. Давайте со мной. Адекватно, ведите, пожалуйста. Хорошо, да. Вот, что надо. Посмотреть можно? Да, пожалуйста. Благодарю. А кто не возьмет? Мы не имеем права их разгонять. Скажи мне, пожалуйста. Да, их право снимать, поэтому... И вы мне ребенок. Можно записать? Подожди. Нет, подожди. Виталий Юрьевич, правильно к вам обращаться? Да, Виталий Юрьевич. Фамилия мне очень дикашка. Хорошо. Потом скажешь. Давай я. Чем не связан? Я в ДТП не попадал. Поэтому понятно. Я за рулем не сидел. Я в ДТП не попадал. Я прибыл на машину после состояния ДТП. Мы данный вопрос будем опрашивать свидетелей. Ребят, я вот вам все показал. Все документы, все свои права. Права на вождение показал. Техпаспорт показал, все это зафиксировали. Либо серьезно, вот это вот фигня, то, что вас сотрудник делал. Не машите, да что не ты машите делаешь? Резко руками. Не надо, я резко не машу не руками. Надо вот так вот. Хорошо. Камеры фиксировали? За что он делал это?